Вторая часть нашего сегодняшнего обзора в гостях у Германа посвящена замечательной радиоле Люкс. Вообще древний аппарат. Какой год, напомним? 56-й год, 3 года после смерти Сталина Иосифа Виссарионовича. Да, по-моему, раньше его. Дело в том, что радиолы этого класса не продавались в магазинах. Они так же, как фестиваль и Люкс, и еще Эстония, по-моему, да, комплекс Бау, они выдавались секретарю райкома. Почему? Потому что там стоял очень мощный приемник. То есть он мог ловить те станции, которые не всем положено слушать, да? Это имеется в виду. Ну давайте подойдем поближе к этому аппарату, и Герман нам его продемонстрирует. Очень внимательно посмотрите, пока он разогревается. Посмотрите на шкалу. Вот видите, написано «Город Сталин». Город Сталин, точно, не Сталина, а именно Сталин. А Сталина здесь есть, вот он здесь. А есть еще и Сталина? Сталина, вот он тут. Сталин, это город назывался Донецк. То, что сейчас у нас есть Донецк, да? Да. Даже есть такой город Калу. Бог, даже я такого не знал. Да, интересно. То есть на этой шкале, в принципе, история нашей страны отражена. Конечно, ты и ваша. Вот он, Сталино. А, есть Сталино, а есть Сталин. Я вот не знаю, да, что вот за Сталин. Город такой Сталин, интересно. Вот это надо смотреть. Вот это надо углубляться в историю. На трудолюбивых муравьев. УКВ, да? УКВ, да. От диполи ловит, от своей. От своей собственной диполи, без всяких внешних антенн. О, какой звук! Какие низы. Там глубокие. Что с большим трудом кончили на них. Проекта в этом регионе проведут работу. Ну, есть что-то еще на УКВ, да? Мария Гордеева. В Ленобласти в ближайшее время найдется машиноместо для каждого 40. Все. Средние волны. А у нее что, магнитная есть? Обязательно. Да? А, то есть это уже высокий класс радиола. Имеется встроенная магнитная антенна. Соответственно, она не включается кнопка, там автоматически. Там такая защелка, то есть круче до конца ее. Комментарии какие-то. А, вот это выключено, а это включено, да? Известен. То есть магнитная антенна включается при настройке. 318-3303, код 15. А если вы стесняетесь позвонить. Вот даже попробуем поймать звенигряд, он прямо напротив него. Очень неплохо на средних ловит, что сказать. Даже на магнитную. Сейчас немножко расскажу об антеннах. Да. В свое время были еще вот такие антенны. Назывались они Ленинград. Вот такая Ленинград. Вот такая Ленинград. То есть это, собственно говоря, вот уже получается внешняя выносная антенна. Не магнитная, да, не внутренняя. Или вот такие вот были. А это что такое за антенна? Это штатная антенна. Дело в том, что на антенну идет специальный провод. А чем же он, так сказать, специален? Чем он характерен? Да, можно чего угодно. Сопротивление ты имеешь в виду? Да. Вот сейчас стоит у нас вот эта антенна. Вот она подключена уже даже там сзади. Вот, а потом даже так вот всего выключить. Что, даже на коробке что-нибудь поймаем? Это еще мертв, что ли? Герман, а Герман, давай схожу в магазин. Сходи. Вот куплю, обратно куплю. Секундочку, подожди немножко. О. Ну что-то шуршит, есть там что-то. Ну, пытаемся поймать, да, на коротких, но. Ну, это вечером. Да, сейчас у нас время дневное, поэтому на всех диапазонах КВ вряд ли как бы мы сейчас да, что-нибудь изловим. Все еще спят за рубежом, да. Вот. А у нас на КВ вещание как такового не осталось. Нет, длинные мы не поймем ничего. На длинных волнах вещания вообще нету. Есть. Да ну не может быть. Кстати, я хочу вам сказать, Ленинградская область, ту сторону Пскова, Новгорода, там все забито. Там вообще диапазон. Там люди покупают наоборот, потому что ФМ там нету, там мелодия станции. Через сторону буквально 5 км в сторону. Все. И что они слушают средние и. А потому что ретранслятор стоит только вдоль дороги. Но длинных-то волн, я думаю, что у нас на территории России сейчас нету нигде. Есть. А вечером средний диапазон вот есть. Я меня всегда этот вопрос интересовал. На ДВ, по-моему, вещание вообще отсутствует. Нет, есть. Есть? Ладно. Есть. Покажи мне еще поближе эту антенку, вот эту вот, ленинградскую, да, именно с надписью. Интересно. Вот она, и здесь тоже Ленинград. Да, и здесь, вот, и здесь, да, Ленинград. Они были круглые, там в виде
То есть, собственно, она себя представляет что? Просто-напросто катушку для намотки провода, да? Что-то внутри там, там что-то внутри. Не разбирал? Нет. Не интересно. Она на самоклее. Может быть, что-нибудь. И просто на нее вот так вот наматывается. Да, просто наматывается провод, и антенна втыкается в антенное гнездо, расположенное сзади радиолы. Хорошо, а на проигрывателе она что-нибудь может нам воспроизвести? Ну, на проигрывателе пока еще в процессе, потому что здесь вот уже тролик рядышком, он немножко совсем... Ага, тоже такой большой диск. У него 78-33, а две скорости у него только. Да, 78-33, и все, да? 45-й нет. Вот, да, древняя радиолка. А какая чистилка изумительная для очистки пластинки от пыли. Такой же тонарм, да, у него также кнопочка имеется, да, отключение, да? Кнопочка, у него такая, кнопочка была, вот она. Автостопа у нее не было. Автостопа как такового нету вообще, да? Это то, что мне нравится, у нее был специальный зажимчик, это штатный. Ага. Чтобы она держалась. А вы же видите, вот это, и там тоже стоят специальные крючки, это для транспортировки. А, ну это да, это транспортировочная. То есть она подпружиненная, да? Конечно, это тоже вот так же. Вот видите, там стоят дырочки. Ну как и у всех радиол тех лет, как бы, пружиненная. Да. Очень мне нравится форма корпуса, обратите внимание на эти плавные изгибы стенок. Это потрясающе. Лампочка тоже тут работает обязательно. Как видите, но она работает только на средних волнах. А, ну, имеешь в виду магический глаз этот зеленый для поиска, так сказать, для настройки. Да. Ну да, вот видно, видно, сектора сходятся, расходятся. Антенна магнитная. А вот да, тут даже надпись имеется о том, что имеется магнитная антенна. Тембры. Вот так она отключена, да, так переключена на внешнюю. Видишь, как ничего не берет. А вот так это положение магнитной антенны, да, чтобы можно было. Она крутится. Да, внутри она крутится, и вот благодаря этим цифрам можно запомнить положение наилучшего приема, да, для нее. Красавица, красавица. Радиола красава. Обратите внимание, это завод ВЭФ выпускал. Завод ВЭФ. И еще видите, Совнарком. Да. Были времена совнаркомов, когда вместо министерств были советы народных комиссаров вот, видите, по Рига, промышленности. А там точно такой же стоит логотип, то уже без... Без совнаркома. Вот можно вот, прямо вниз посмотреть, вот видите, без совнаркома. Это уже на Латвии, да? Так, то же самое. Завод, да. один завод Латвия, да. ВЭФ. Рига, просто Рига. А здесь у нас совнаркомы. Да, вот я сейчас принесу, покажу вам приемчик ВЭФ, вот он черный стоит. Ну, просто не включен. Выпускали, ну и это, конечно, 202-й классика. Ну, классика жанра, да. Да, классика жанра. Тут полностью комплектный. Угу. Вот, 202-й полностью. Освещение у нас сегодня не очень, так что прошу прощения. Мы без подсветки снимаем чисто в дневном свете. Это классика. Это классика. Да. Вот. Они прекрасно работают еще, потому что все-таки качество лучше было, чем у всех остальных. А заводов. Что им будет, господи? Ну, лампу, им будет? ВФ и даже... Ну, как вам сказать, там много всякого есть. Вот интересно, тембр регулировочка крутим, да, и красненькая перемещается. А там стоит планка такая, она двигается. Да. Она еще чисто подвигает. Там стоит это самое. А, там еще... Стоят, и она крутит. 9,16,5. Ну что ж, замечательно, замечательно. Доводи до ума. Видите, он настроен. Он настраивай проигрыватель. От щелчка включается. То есть он должен не то, что там скрипеть весь, а он должен так вот раз и покрутил. Он двигается весь. Такой верниер своеобразный. Резистор даже не пришел. Долго пришлось этим ложиться. Все было закисшее, оно даже не двигалось. Это вообще обычная фишка, да. Это надо все отмачивать, вымачивать, приводить в порядок. Диск огромный, да, чем мне нравится на этих высококлассных радиолах. Вот еще, диски под пластинки гораздо большего размера, чем на низкоклассных. А знаете, почему ставились большие диски? Потому что тогда еще очень пользовались тяжелые пластинки вот этим. Шелачные. Да, и они на маленьких, он не раскручивал их, не разгонял. А, ну может быть, не да. Не хватало ему просто мощных мощи. А здесь просто, когда он разогревается, ему нужно было... Момент инерции больше, и, соответственно... 3 минуты надо было подождать, пока он разгонится, пока резинка, все это надо, разогреется резиночка, и тогда он нормально работал. Так, ну что мы сегодня еще глянем. Вот, я гляжу, Герман принес, хотел показать. Вот давайте закончим с этим. Давайте. Мы да. Сверху поставили. Давайте. Вот она задняя стеночка родная, радиола люкс. Совнархоз СНХ Латвийской ССР. Входы под звукосниматель, под громкоговоритель.
Ну, конечно, схема расположения всех ламп здесь у нас имеется. Там стоит, если внимательно посмотреть, там... Год выпуска. Год выпуска стоит, ну, да. Тут, к сожалению, темновато, да, мы темновато, это не увидим, да. Но тем не менее. Вот, в исключительно замечательном состоянии задняя стенка, она пропитана чем-то таким черным, то есть необычная, да, как желтые вот эти, да, стандартные, поэтому она более, да, сохранена. Не, ну он хранился где-то дома, потому что он стоял прямо за городом на помойке, я так пришел, сказал, это что? Я его так обнял, схватил, поставил в машину, привез, у меня был Люкс 2, но уже Сталина не было на нем. Есть, то есть 1, более поздняя модель. Да, Люкс 2, они были Люкс 1, Люкс 2, все больше их не делали. Ясно, ну что ж. Спасибо, спасибо огромное. Вот, немножечко отойдем, так сказать, от темы ламповых аппаратов. Вот, про такую, так сказать, стереосистему Saturn 401S роличек я снимал. И вот у Германа она почти в идеальном состоянии, в полном комплекте. Есть все, к ней есть все. Как вы помните, я вам говорил, данная, так сказать, система, она выпускалась в таком универсальном виде. Магнитофон, находящийся в центре, ее можно было изъять и поставить вместо него вот этот вот радиоприемник, да? Нажимается вот так. А, пардон, да. Вот и все. Вот, и вот видите, вот получается как бы един в трех лицах. Акустическая система активная. Еще не все. Вот, да, которая... Нажималась на кнопочку, вот так вот. Может, да, для расширения стереобазы одну из колонок можно было радостно отсоединить. Угу. Здесь находился... Здесь батареечки у нас, батарейный отсек. И вот можно на выбор либо слушать магнитофон Saturn, еще... либо тюнер Saturn T201S, да? Да, так, да. А это что за... А, это под шнур, видимо, да. Да, под шнур. Это под шнур. Это под шнур. Вот такая интересная штука. Ну и блок питания к нему, конечно, родной, да, у тебя? Ну, правда, не Япония, но это самое. Но интересно. То есть первые отечественные плееры выглядели именно вот так. К нему блок питания вот такой вот. Громадный, довольно шум. Большой, такой мощный. Во-первых, он, видите, написано, аккумулятор заряжен. А, он еще работал как зарядка для аккумулятора, потому что вот эти два облачка, что приемник, что, pardon, что тюнер, что магнитофон, они имели собственное питание на дисковых аккумуляторах, да, да. D01. Такие специальные аккумуляторы вот сюда вставлялись. И в процессе, так сказать, эксплуатации необходимо было подзаряжать. Вот этот блок служил не только для питания всей этой аппаратуры от сети, но и для, аккуратнее не сломайте крышечку, но и для того, чтобы подзаряжать и вот эти аккумуляторы. Сюда одевался, можно, да, ремешочек, и на шею можно было идти с плеером. Этот тоже можно было. Хочешь тюнер слушай, хочешь, так сказать, вот такой Walkman, скажем так, из отдельных блоков. Не Япония, конечно, но... Да, он неплохо играл. Ты знаешь, я слышал интересную мысль, что вот эти вот аппараты, магнитофоны к ним, выпускались со стеклоферритовыми головками. Кто-то мне написал, что были... Дай посмотрим, у тебя со стеклом или без? Стекло, конечно. Да, ну, вот смотрите, вот... Сомневаюсь я. Вот смотрите, наушники можно было и сюда втыкать. И в блок, да, и отдельно в эти самые, так сказать... Сейчас мы его отдельно попробуем взбодрить его. Так, я хочу на головку посмотреть. Не, что-то я сомневаюсь, что она там... Сомневаюсь, что там стеклоферрит, конечно. Нет, увы и ах. Так, вот. Но вот было такое мнение, что выпускались почему-то именно эти Сатурны, именно плееры со стеклоферритовыми головками. Вот эта штука, дырочка, втыкалась вот так. Для магнитофона. Для приемника. Для приемника? Да. Это сейчас у тебя... А, приемник стоит, да. Приемник. А для магнитофона как? Для магнитофона сбоку, да? Там входит в число оппонентов. Же отлично уловит, а? Здесь чуждая нам проблематика и не очень понятный. Это УКВ? Несмотря на то, что все по-русски написано. Но... А тут сколько диапазонов? Только УКВ? Да, только УКВ. Только УКВ, да? Точно знает вот эти... Посвящена музыке Чайковского. Стереопрограмм, стереоприем. Ну да, индикатор стереоприема. Да. Сейчас мы просто берем левый. Ну здесь, да, громкость по каналам регулируется отдельно. Это баланс. Это баланс. О, стерео. Супер. Рассказал перепуганным родителям о встрече с феей. В обществе пока еще ничего не замечали. Однако сейчас и на наушники работает, и на... Это как антенна. А, это как антенна? Отец, сказал однажды суперлятив. Пожертвовать вашей помощи. Чисто как принимает, да? Мы слушали программу «Сыпь адреса милосердия».
Над передачей работали Анна Белокрыльцева, Ольга Сорокина. Сейчас выключаю вот этот магнитофон. Единственное, чего, что при ремонте, то, что все-таки пришлось менять пасек, поменяли. Немножко тянет, наверное, да? Схему, да, там, детонация. Ну, продемонстрирую все равно, потому что, ну... Ну, это... то есть еще как бы ждет немножко своего, так сказать, завершающего логического ремонта, да? От этого, ну, я где-то была, вот она у меня какая-то есть. Кассетка. Просто хоть какую-то поставить. Она просто сюда так вклалась. Так, перемоточка. Закрываем. Функционирует. Да, а стопов нету, просто надо было так. Ну, стопа, да, тут всего три кнопки. Дикую скотину. А мы, видимо, это и по погрому парку Зарядье, и по ситуации с Матильдой. Отлично. Не, ну я не сказал бы, что тянет. Вот когда-то я узнаю голос этого диктора. Звучит гордо. Вроде сомневаетесь теперь? Да я не просто сомневаюсь. Какой человек, смотри. Наш утренний... Вот и все делается. Ну, это все, да, доводится до ума элементарно. Не, на самом главное, что у него корпус такой весь. Не-не-не, все, все в комплекте. Блок питания, блок акустики, два блока, так сказать, магнитофонные приемника. А это для того, чтобы одновременно заряжать аккумуляторы, если они будут вставлены, так сказать... Понятненько. Да-да-да, я пока... Вот. Потратив на него чумовые деньги. Зона МХУ вытоптана в день. Перемоточка. Советского. Воспроизведение. Нормально, слушай. Качество звука вполне удовлетворительно. Удовлетворительно. Я с китайскими балалайками, которые... А это была очень интересная вещь. О, электромузыкальный инструмент совдеповский. Да. Так, сейчас он где-то тут. Да что ты. Да, он даже включается. Слушай, ну этому надо посвятить отдельный какой-то обзор, я думаю. Не хочет? А, что, это питание-то включил? Включил. А где звук? У него динамик встроенный? О! Итак, друзья, представляем вашему вниманию советский синтезатор. Как он называется? Фазми. Интересное имя. Фаэми, Фаэми. Фаэми, пардон. Он одноголосый. Одноголосый, сколько здесь октав-то на нем не вижу. На две, наверное, октавы. Ну надо же. Наверное, конец 70-х годов, да? Ну, я, к сожалению, да, на фоно не шибко. Потрясающе. Итак, Фаэми, просто Фаэми, без номера, без ничего, регулятор громкости, вкл, вибр, подстройки всевозможные, что с изнанки написано интересно. Батареечки можно было в него ставить. А, то есть он мог питаться автономно также и от батареи. Да, то есть это у него и такое, и такое. О! Звук. О! Замечательно. А аккорды берет? Потрясающе. Была куплена на уделке за 50 рублей. Да что ты. Да, упала в таком, ну, на целое. На рынке на удельной, да, за 50 рублей. И ничего не делал, он уже рабочий, да, был, да? Только припаялся. Там, потрясающе. Я когда увидел, сказал, да. Фаэми, вот видите, тут стоит. Вот, вот. Ага, да, ГОСТ, ну... какой? Не указан. Так, ТУ, ну, непонятно. Не, почему ГОСТ вот стоит? ГОСТ стоит, только года не видно. Почему? Вот здесь стоит, ТУ стоит. Номер стоит. Ну... Это номер серийный, а поскольку это не ГОСТ, а ТУ, то номер ГОСТа, номер выпуска, год выпуска определить довольно-таки проблематично. Ну, интересно. Но, не, безусловно. По виду, конечно, конец 70-х, ну, начало 80-х. Да. Ну, такие несложные мелодии, одним пальцем можно было наигрывать. Нет, ладно. Причем, она была вот так вот, можно было в свое время, когда... А, было... брать подмышку, да? Нет, у него есть веревочка, это самая лента такая. То есть он так, а, веревочка. То есть его вешаешь, да, на было... грудь и, соответственно, да. Она вот такого достаточно, если включить. Ну, орёт-то, мам, не горюй, да.
Ну все, да, Герман, учи нотную грамоту и открывай. Будем создавать группу какую-нибудь там. Да. Отрабатывать на старых инструментах. Да, 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 да. Пора уже выходить, так сказать. Да. Заходить в шоу-бизнес, опять там кто-то тебе звонит. Так, ну что, на этом, наверное, будем откланяться, потому что у Германа там какой-то вызов по телефону. Спасибо всем за внимание. Отбой.